Второй день в социальных сетях бушует истерика от того, что в России якобы не производятся аппараты искусственной вентиляции легких, а те, что есть, скупают олигархи, так что простому народу не остается. Не то что в США, где все как всегда волшебно. Власть заботится о людях, и даже Илон Маск перестроил свои заводы на выпуск аппаратов ИВЛ. Почему эта истерика не обоснована, по сути, является информационной диверсией в сложный для страны период, расскажем далее. Начнем с того, что выражение «один аппарат ИВЛ на двоих», к сожалению, все же имеет под собой основание. Правда, не в России, а в США, точнее в Нью-Йорке, где с сегодняшнего дня действительно медики используют один аппарат на двоих пациентов, грубо нарушая правила эксплуатации. Не от хорошей жизни, а от безысходности. В штате на данный момент не хватает 30 тысяч аппаратов. Ситуация настолько скверная, что даже Илон Маск, который ранее подшучивал над паникой вокруг коронавируса, заявил о перепрофилировании части своего производства на выпуск ИВЛ и даже отчитался о поставке первой партии в Калифорнию. Правда, вскоре выяснилось, что поставленные аппараты целиком и полностью сделаны в Китае. Не так-то просто быстро развернуть выпуск такого довольно технологичного продукта. Здесь мы ни в коем случае не злорадствуем, а лишь хотим показать, что с проблемой нехватки аппаратов ИВЛ сейчас столкнулись многие страны, даже те, которые считаются промышленно развитыми. Но нас, конечно же, в первую очередь интересует Россия. Утверждение о том, что в России не производятся аппараты ИВЛ, полностью ложное. В нашей стране есть три профильных предприятия, и все они находятся в Екатеринбурге. Уральский оптико-механический завод, Уральский приборостроительный завод и компания Triton Electronics. Основная нагрузка сейчас легла именно на УПЗ, так как он и раньше был лидером в этой сфере. Кстати, скажем спасибо запущенной несколько лет назад программе по конверсии оборонных предприятий. Именно благодаря ей и УПЗ, и ОМЗ начали наращивать производство медицинского оборудования. В результате УПЗ полностью освоил выпуск аппаратов собственной разработки и производства, не уступающих иностранным моделям. А также наладил их экспорт за границу. Более половины продавалось в другие страны. Однако сейчас ситуация изменилась. Правительство распорядилось выделить 7,5 миллиардов рублей из резервного фонда для закупки аппаратов ИВЛ для российских больниц. Поэтому предприятия выведены на полную мощность. Если в спокойное время УПЗ выпускал 300 аппаратов в месяц, то сейчас увеличил производство вдвое и заявил о готовности нарастить выпуск в 10 раз. Но хватит ли этого и не раскупят ли наши аппараты олигархи? Для начала нужно понимать, что широко облетевшая СМИ новость о том, что олигархи скупают ИВЛ, имеет сомнительное происхождение и вброшена газетой The Moscow Times со ссылкой на анонимного собеседника. Далее ее подхватила американская правозащитная организация Human Rights Watch, так что пришлось выступить с опровержением даже российскому послу в США. В Минздраве же пояснили, что покупка ИВЛ не имеет смысла, так как все манипуляции должны производиться высококвалифицированными врачами в условиях стационара. Так, уральский аппарат Авента-М анализирует 50 параметров, и контролировать его работу необученным людям невозможно. Что же касается того, достаточно ли в России аппаратов, то можно сказать, что на сегодняшний день точно да. Даже без учета резервов частных клиник, на 100 тысяч человек в России приходится свыше 27 аппаратов, в то время как в США около 19, а в Италии всего 8. Причем в России некоторые регионы обеспечены даже лучше, чем Москва или Санкт-Петербург. Однако, в случае катастрофического роста заболеваемости, аппаратов, конечно, нам может и не хватить. Именно поэтому их выпуск наращивают, именно поэтому предпринимаются меры по профилактике и ускорена работа над вакциной и лекарствами. В общем, все как всегда. Кто-то работает и день, и ночь для исправления ситуации, а кто-то, сидя на диване, распространяет панические слухи.